Всем привет! С вами я, Юляшка Рисовашка, и вы на моем канале. Сегодня у меня первая серия рубрики «Сделай сам». Эту рубрику мне предложила подписчица. Смысл этой рубрики, что мы берем какой-то предмет, либо какую-то вещь и пытаемся сделать ее сами. Сегодня мы будем делать легкий сувенирный блокнотик. Как он будет в итоге выглядеть? Будет в правом углу. Для этого мне понадобится 2 листа бумаги. Я буду использовать принтерную бумагу таких нежных цветов. Потом ножницы, линейка. 4 белых листа бумаги, А4. И клей и карандаш. Все. И мы начинаем. Сначала мы берем листочек А4, складываем его пополам и еще раз пополам. То есть у нас блокнотик будет формата А6. Я очень люблю такой формат. Я в таком формате даже рисую. Для меня это самый удобный формат. Но вы, если вам этот формат не подходит, вы можете выбрать другой формат. Может быть, А6 будет, как у меня, а может, А5. Может быть, даже А4. Это все для... Вы выбираете самостоятельно. А теперь складываем также все остальные листочки. Прямо сейчас мы разрезаем листики. Вы можете выбрать любое количество страниц. Все, мы все листки сложили. У нас всего будет 16 страниц. Теперь мы раскрываем один и разрезаем вот тут. Так, возьму я ножницы. Начинаем резать. Сейчас я также разрезаю все остальные листики. И у нас будет вот такая книжечка. А теперь мы будем делать детальку кое-какую. Так, берем один наш листок, открывающийся. Так, к уголку его и отмечаем. Ставим отметочки тут и тут. Потом мы ставим одну отметочку, которая равна 1 сантиметр. И потом еще раз берем наш листочек и от этой отметочки его прикладываем. Так, хорошо. Также отмечаем тут и тут. Оп, хорошо. Теперь мы все это соединяем. Ой. Слишком коротенькая она у меня линеечка. Так, возьму другую, чтобы без труда все соединить. Оп. Так. Также тут 1 сантиметр. А теперь мы все соединяем. То есть это у нас будет обложка. Я хочу обложку сделать зелененького такого бирюзовенького цвета. Так, обложка у нас готова. Теперь вырезаем.
Так, а теперь мы сгибаем. Я сгибаю все время необычным образом. То есть я положу линейку и надавливаю ножницами. Так стол у меня не портится. То есть раз. И дальше. Два. Все. Все, теперь склеиваем страницы. Для этого мне понадобится пока что только две. Я беру клей. У меня это клей ПВА. Конечно, можно и склеить их на карандаш. Просто я хочу на ПВА, чтобы страницы потом не отклеились. Видите, я рядом с корешком. Чуть-чуть наношу клея ПВА. Так, корешок у меня здесь. И дальше мы наклеим все 16 страниц также. Пока я склеила 3 страницы, у меня закончился клей ПВА. Так что я клеила клеем карандашом. Все, теперь мы странички наши 16 приклеиваем в нашу обложечку. Так, чуть-чуть намазываю вот эту полосу, которая 1 сантиметр. И туда вклеиваю наши странички. Так, и закрываю. Так, ждем, пока застынет. А теперь это же у нас сувенирный блокнот. Вся его часть в том, что мы тут пишем букву человека, которому мы дарим этот блокнот, либо свою, первую букву имени. Я этот блокнот подарю подружке, так что я пишу первую букву ее имени. Так, слишком маленькая получается она у нас. Я сразу не определила, какого размера нам нужна буковка. Ну, в принципе, я уже поняла. Так. Все, написали. Теперь мы эту буковку вырезаем. Так, теперь я приклеиваю буковку. А еще я сделала вот такие капельки, чтобы украсить странички. Странички я сейчас тоже украшу. Но вы украшать странички, если хотите, не украшайте их. Если вы захотите, украшайте странички, а если нет, я вас не заставляю. Упал клей. И также я наклею потом на все странички.
по капелькам. И вот наш чудесный сувенирный блокнотик готов. Если он вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, предлагайте, что мне еще сделать своими руками. А на этом было все. С вами была Юляшка Дизавашка. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока-пока.